На прошлой неделе база отдыха «Тирус» осталась без воды. Специалисты цеха 50 провели операцию по замене основного водного резервуара. За 20 с лишним лет старый накопительный бак выработал свой ресурс. Все чаще возникали протечки, которые ставили под угрозу водоснабжение базы. В цехе 50 изготовили новый бак из нержавеющей стали. Он имеет усиленную конструкцию дна за счет дополнительных ребер жесткости и вмещает до 25 кубических метров воды. После демонтажа старого и монтажа нового водонапорная башня обзавелась надежным резервуаром, который в полной мере сможет обеспечить водой все здания и сооружения «Тируса».